Привет! Поговорим об измерении углов. Почему в круге 360 градусов? Что такое один радиан? И как связаны градусы и радианы? Начнем с градусов. Что за странное число? 360. Мы привыкли, что в рубле 100 копеек, в метре 100 сантиметров, в килограмме 1000 грамм. Да, у нас десятиричная система исчисления, потому что на руках у нас по 10 пальцев. Но откуда такие странные слова в нашем языке? Дюжина, то есть 12. А почему у нас в часе 60 минут, а не 100 минут? И в минуте 60 секунд. И вот этот круг 360 градусов, а не 1000. Дюжина – это 12, 60 делится на 12. Может быть, у наших предков было по 12 пальцев на обеих руках? Нет, конечно, оказывается, пользуясь пальцами одной руки, можно отсчитать не 5, а 12. Вот как это делали самые разные народы. Они считали фаланги пальцев. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А чем же число 12 лучше 10? Может быть тем, что у числа 12 больше делителей. Посмотрите, вот на экране делители числа 10 и делители числа 12. А что же с числом 360? Вот сколько у него делителей целых 24. И есть ли в круге 360 градусов? Такой круг легко поделить на 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 частей. Да, и это не все. Древние шумеры заметили, что в день равноденствия Солнце встает почти точно на востоке и заходит почти точно на западе и проходит за день по небу путь, в 360 раз больше, чем видим из Земли диаметр Солнца. И небесную полуокружность разделили на 180 градусов. Точнее, угловой диаметр Солнца примерно 32 угловых минуты, то есть чуть больше, чем полградуса. Он немного меняется в течение года из-за того, что орбита Земли не круговая, а эллиптическая. Так что утверждение о том, что в день равноденствия Солнце проходит по небу путь, равный 360 своим шагам, то есть 360 видимым диаметром Солнца, верно с некоторой точностью. Замечательно, сказали древние шумеры. Вот на небе есть подтверждение нашим вычислениям. О, а вот еще яркая звезда Юпитер. И оказывается, Юпитер совершает полный оборот вокруг Солнца за 12 лет. Нет, конечно, не 12, а 11,86 земных лет. Но очень уж хотелось астрономам округлить до своего любимого числа и не только Юпитер, посмотрим на Луну, ее каждый найдет на небе, когда она полная, в отличие от Юпитера, лунный месяц, примерно 29,5 земных суток, а если у нас в году будет 12 месяцев, а год 365 дней, точнее конечно 365 и еще 242 тысячных земных суток, это один год. Что-то такое близкое к числу 360. Астрономы подумали, наверное, боги хотели, чтобы у нас в году было 360 дней и 12 месяцев по 30 дней, но где-то они, может быть, ошиблись в расчетах или кто-то им помешал, но нам-то никто не помешает, и мы будем делить круг на 360 градусов. Обозначается это вот так, 360 и вверху значок градуса. Хорошо. А что же такое радианы? Что такое угол в один радиан? А с радианами все намного проще. Очень просто. Один радиан ⁇ это центральный угол, опирающийся на дугу, длина которой равна радиусу окружности. Один радиан приблизительно равен 57 градусам. А как перевести градусы в радианы? Мы сказали, что один круг ⁇ это 360 градусов. И чему же равна длина всей окружности с радиусом r? Вспоминаем формулу, да. Длина окружности равна 2πr. И у нас появляется число π. Вспомним, что это такое. Число π известно людям с глубокой древности, потому что с глубокой древности люди, видя на небе круглые солнце и луну, хотели сделать что-нибудь похожее, и они плели круглые корзины, и делали круглые тарелки, и они заметили, что отношение длины окружности к ее диаметру всегда одно и то же, что это число немного больше, чем 3. А что значит немного больше? Это 3, 14, 15, 9, 2, 6. Проходили столетия, и число π вычисляли со все большей и большей точностью. Да, отношение длины окружности к ее диаметру – это число π. Вернемся к нашей картинке «Полный круг». 360 градусов длина окружности 2πr. Наш угол в один радиан опирается на дугу окружности равную r. И мы получаем, что угол в один радиан соответствует дуге окружности равной r радиусу окружности. А 360 градусов полный круг соответствует всей длине окружности, то есть 2 пи Во сколько же раз полный круг больше, чем один радиан? Очевидно, в 2 π раз. То есть 360 градусов соответствует 2 пи радианам. И тогда 180 градусов – это π радиан, 90 градусов – это π пополам радиан, да, Теперь вы знаете, что же такое написано на тригонометрическом круге, что такое радианы и почему в круге 360 градусов. Кстати, может быть у вас есть другие версии, почему именно 360? Пишите в комментариях, присылайте новые интересные вопросы и задачи. Подписывайтесь на мой канал. С вами Анна Малкова.